Шпагат. Вот он шпагат. Вот он бьется. Что это такое? Ну, залазь теперь. Залазь. Вот так, 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 давай, залазь, 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 залазь. Нельзя. 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 Так, теперь пятый пальчик. Идет стрижка когтей. Вот так наш мальчик себя ведет, когда ему стригут когти. На другой бок поворачивайся. На другой бок поворачивайся. Хороший мальчик, хороший. Сходил, пописил куда надо. Куда надо. Ничего, потихоньку приучим. Уже не на тряпочку сходил, а правда входит в лоток Эрика. Хотя рядом стоит для него лоток. Нет, он хочет лоток Эрика. В побольше. В побольше. Посмотри, что он делает, а? Тебе что-то трудно залазить? Вот так он с тобой играет. Вот так. Что за любовь у вас под ванну залазить, а? Где играл, там уснул. Ватсон, давай. Писи, писи. Приучай его, куда положено ходить. В принципе, по большому Ватсон ходит однозначно только в тазик. Иногда бывает на тряпочке где-нибудь, по глупости, по малолетству. Иди, иди, сходи.
Воспитатель. Ой, ты мой воспитатель. Ой, ты мой воспитатель. Ирюся. Как ты думаешь, нравится? А? Я думаю, да. Да? Рик, это папа задумал тебе сделать такую во весь рост, как цветочечку. Давай, давай, давай. Вот, видишь, чтобы вот так вот ты мог. А ты встановись второй лапкой тоже на подошву эту. Вот, вот. А ничего, они дотяжки наделают, и этот уже вот так ладить сможет. Это новый горшок. Это ваш новый горшок. Ну все. Ватсон не понял назначения. А муж понял. Скажи, как просторно можно валяться во весь рост. Несмотря на то, что я вырос. Ирюша, тебе нравится? Вот котейки все равно любят. На ковриках стирала коврик с ванны, положила пока в коридоре. Тут же они прилебежали, легли, и вот они любуются, целуются. Редкие моменты, когда у них бывает любовь, и то вот раз и перерастает уже в сопротивление. Санюшечка. Думаю, ты знаешь. Смотри, так можешь тоже стоять? Скажи, я не буду стоять. Я сразу. Ай, ай, ай. С вас прям летит. Пух. Ничего себе уже, Ватсон. Какие вы крутасы. Устраиваешь, а? Ничего себе! Ирюшка, как он так посмел, а? Это потому, что ты отвлекся.
Теперь вы видели, как это происходит. Получается, он на одних ветках лазит, а спиной поднимает другие ветки. Вот они и выпадают. Елочка в момент облысела.